Друзья, всем привет! Сегодня у нас какое число? 30 ноября. 30 ноября, конец месяца. В работе у нас следующие автомобили. Это у нас Daihatsu MOV на установке сигнализации Starline A93 вроде. Но здесь есть нюанс, нужно сделать ключ, потому что машина обход не умеет. Сейчас ждем подтверждения клиента и делаем ключ и устанавливаем сигнализацию. Вторая машина у нас сегодня Land Cruiser 200 2008 года на установке магнитолы и камеры заднего вида. В целом уже все проверили, все будет работать. Просто доделываем, собираем, отдаем. Honda Stream. Здесь у нас нужно поменять камеру заднего вида, установить активную антенну на радио, разобраться с магнитолой. Ну, короче, мелкие доделки. И, друзья, переместились мы в наш второй бокс. Тут у нас сегодня две машины. Первая Honda Civic, машина нашего хорошего знакомого. На установке у нас противотуманных фар, которые он сам заказал. И попросил поменять лампочки на диодные, тоже сделан. И вторая машина тоже нашего хорошего знакомого, который раньше принадлежал команде Modern. Сюда у нас установка сигнализации Starline A93. И, друзья, на сегодня это у нас все автомобили. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, приезжайте на установку.